Это просто, это считай, незыблемость сразу не 50%, ну мало очень, блядь, сколько там. Сколько она дает. Сколько она в ASAP, не в курсе там про цифры. Я знаю, что вот 540 это 50%. Не знаю, ну, наверное, 20. 20, наверное, стандартная, самая маленькая, да? По стандарту, да. Вот и считай, вот он поэтому ваншот. Но при том, он, знаешь, он не повешал, а потом тебя ваншотнул, он вешая ваншотает. Это вообще пиздец. Это, типа, так, получается, Макгрегора на скольки процентах у босса примерно снесло? Там 15, по-моему, да? А там без разницы, там может даже из пула такое быть. Я говорю, просто он, ну, видишь, он, типа, вешает и этим же ударом убивает. Типа, моментально. А, мы тогда лайт-режим делали и тебя почти с пула убило, да? Ты не с пула, там два раза меня убило, блин. Один раз так, один раз под незыблемостью, да, в конце. Диана, давай. Это причем фишка на БДК только распространяется, потому что там реально незыблемость зависит от защиты. Ну что значит, в следующий раз делаем БДК, начинает первый, там, дебаф получает, и потом танчит два протопала один. БДК убьет. Там надо, короче, три протопала, скорее всего. Да, 100% сможет сделать. Я думаю, если б я незыблемость прожал, он меньше, ну, я б не убил бы меня. Да че, по идее, это все идеально. По-моему, мне 60-ка въебал. Не 68, а 68. ЗЦ не должен столько прошибать, мне кажется. Бум. Кстати, чек на ФК, на готовность. Делаем лайт режим. Каску обновите, пожалуйста. Так, может тут в ДД спекнуться, да? Да, че тут, я думаю, даже один славик затанчит. Мы поклонская с классик потопали больше. Да с нашим ДПСом и поклонской пусть дамажит. Ты Славик один заберешь, поклонский есть у тебя ретрик? Да, спикаюсь. Бой. Это знак. Ну, мы смерти делаем. Угу. Че там, где карт? На ком прибутат сказала? А. Так, давайте чека на ФК на готовность. Будем начинать. Блок зомби, ты тут? Славик, подходи, стоим сейчас все в метке. Славик, подходи к боссу. Че, все в метке в синем квадрате. Давай, начинай с ЛПшки. Просто в бессмертие стараемся делать. Там яды поменяю, если не поменял. Бейте босс. Нельзя заходить? Не-не-не, мы без тебя убьем. А, все, слышу. Маги, глыбу там прожмите, если умираете. Так, милики, сейчас отбегайте. Сейчас будет шоковый. Бегайте, бегайте, бегайте. Обратно. Вернулись и добиваем. Так, сейчас босса добьем. И давайте все немножко все подходим. У нас вторая фаза будет, это туловище. Это будет просто заметку. Заметка постоянно бегать за спину этому боссу. Сразу скажу насчет четвертой фазы. Надо все части будет слить одновременно. Давайте у нас так, три мага, Real Pride, Magic и Старожила. Вы играете только в голову. Весь остальной рейд, включая миликов, играйте в тело. Милики вы играете через массу. Так, витамин давай и... О, и хилика вы играете в тело. Ой, в ноги, на четвертой фазе. Весь остальной рейд играет в тело. И видите, что какая-то часть слишком быстро заливается, сами стопайте урон. Включайтесь. Ваня, да, ты да. Там что, за ФКш? Не, снаружи я постоянно, чтобы упало. За спину опять. Да, так и бегайте. Я буду молчать, вы сами следите.
заметочку, Ваня. Пока босса бьем, сейчас скоро будет обстрел. За спину, давайте постоянно спину ищем. И подальше отбежали. Дальше выбежали. И двигаемся, двигаемся, не стоим на месте. Все отлично. Вот точно так же на четвертой фазе, когда переводить будем, точно так же делать. В ногах там у него никто не тусит. За спинку выбежали и подальше чуть-чуть в сторону отошли. Сейчас голова появится, бейте ее. Я молчу, вы бьете. Отличная попытка, да? Притянулся. Хилы хилят, танки танчат, да-да-да-да-ша. ДК притягивает. Зебра пошла. А сюда трэш заливайте. Бомботов не рейда надо убить. Так, у нас только три мага играют в башку, только три. И подходите сейчас поближе к боссу. Внутренний кружочек примерно вставайте. А нет, отойдите, отойдите от босса, сейчас может убить кого-то. Я забыл с этим. Давайте бьем. Давайте рост. Да, недалеко под боссом находимся. Мины не собираем. Старайтесь не наступали. Красная метка, выбежали. Давайте в ноги ему походим. В ноги походите. Стоп по башке, стоп по башке. Давайте в тело все. Будет скоро обстрел. Тыкаем все на середину. Тыкаем на середину. Вот давайте за спину, за спину. За спину, ребят. Все, побежали, побежали. Батин дурной. За спину. Все, добиваем. Вот этого сейчас вообще жестко было. Никто не умер. Вообще молод. Право-лево поворачивается. Так, ГЦ. Захожу? Да-да-да, заходи. Спасибо, кролик, за ачивку. Конечно. Мне просто без себя бы ее не сделали. Ага. Десерка кому нужна? Да, самый красивый инс. Так, сейчас портал обвалившаяся галерея, и вы идете налево. Там провал безумия, как-то так, по-моему, называется, или что ли, или зал воспоминаний. Так, рок, ДК, маг, другие против, покрытие. Дэйбис. Безумие поглотит вас. Так этого так, не убили. Какой охотник шаман? Визакс. Так вот мы на Визакс идем. Так тогда не провал безумие, это портал. Вылившаяся галерея и налево спускаетесь. Я не помню, как он там называется. Зал воспоминаний, когда ты кампараж. Рульте этот поясок у жены. На кота, по-моему, очень хорош. Перед лицом надо стоять. Я сейчас отойду, чайник поставлю.
Слава, ты там доведи до босса. Только на трэше аккуратно, не умрите там внизу. Пойду. Слышишь, Слава, ты тут, да? Я подойду минуту, чем я поставлю. Да, ты меня нарез? Да, go fast. Смотрел ты фильм «Убийство в Восточном экспрессе»? О, что-то старое. Ну, мне 17 год. А, нет, тогда нет. Ну, как вам? Какие ощущения? Ты о чем? Ты смотрел ранее? Кого я тут пришел? «Убийство в Восточном экспрессе». Не, не смотрел. Старый, новый. Новый, 17-го года. Не, не смотрел. Джонни Депп, Уильям Дефо. Да это... Что это? Я сейчас, короче, анимешку скачал. Мне такая чёткая анимешка зашла. На дамы как-то, бля. Прям вообще зашла. Ван Пасьман? Не, на дамы как-то, бля. Что за анимешка? Это классно, там про пианистку. Чёткая. Там три сезона. Ну, блин. Боже. А там, когда она кувыркается или падает, ее тросики через видно? Нет, не видно. Это... Не, это не фантастика, это так. Романтика, комедия такое, ну, прикольная. Это чисто самая любимая моя. Короткометражная? Вот сюда подходите в этот кружок все. Подбирайтесь в одну точку. Подождите, пока не прыгает Поклонский, подождите. Вставайте сюда, мы три пачки сейчас соберем, потом еще две останется. Вставайте здесь. Вот, вставайте. Пошли, Поклонский. Клим Вайда. Повешим этих дураков. Ревность. Вон номерка скину, кому интересно. Ну, понравилось. Да, я смотрел поход Хрона, там в конце такая печалька была, аж до слез. У меня подруга смотрела. Какое? Хрона, это не чел там, где с ушами такие? Стойте наверху. Да, он. Ну, молодчики, блядь. Ваня, я ж правильно понимаю, она вроде грустная, да? Кто, вот это мадамы? Угу. Не, это комедия. Посмотри, четкая. Да, я сейчас Стального алхимика типа смотрю. Да, такой старый, как нового. Нового. Да, моя... Да, но классно. Моя хая. Старый, печальный какой-то. Ветер, Да ящик, пацан. Анар, ты прерываешься. Короче, ветер амнезии, заебись аниме. Короче, кто смотрел, типа, «Убийство в Восточном экспрессе», единственный вопрос. Как вы думаете, правильно ли поступил Эркюль Пуаро? Нужно подойти поближе. Я не смотрел. Эркюль, ну, там же фильм по книге, там все убийцы на одного, да? Я все прослушала.
Блин, смотрю гору, мне наконец-то выпала гора. Это дело нужно отметить. Я и отмечаю, уже вторая банка. Банка зелья? Да! Зелье дикой магии! Кралька это отмечала тогда, тапки забрала, решение со своим тоже отмечала. Тут Лина Глору с обычки забрала, тоже отмечает. Ну я очень, ну ладно, недолго я за ней ходила прям, но я очень рада, что я ее взяла. Ничего, тебя еще завтра Бибоп возьмет, танчит Геру, так что нормально. Не, он нахер. Если меня Бибоп возьмет, танчит Геру, у меня будет ГП как у Варенька. И тут вот режим будем делать, да? Так, это как ачивка называется, когда нельзя эти пары бить? Обожаю запах сарамиды. Вот, а будем это делать? Так, как хотите, можно попробовать. А кто у вас орел? Я. Был вначале. Так. Сейчас я спрошу, будет упадет. Так, кто будет вторую метку вводить? Это я буду вводить. Допустим, я желаю. Или кем-то? Маша, выдержка желательно за этим. Кем-кем? Да, там ШП, маг, у тебя есть. Сова. У меня есть и ШП, и маг, и сова, умею играть только ШП. Или ШП. Так, ну мне нужна будет одна минутка. Окей, босса без тебя пока убьем. Хай. Будем делать этот хард мод или нет? Давайте сделаем. Включите как-то. Давай, делай. Ставьте шкаф, сейчас просто сломаем. Хард мод. Такая шоумен стоит, да? Выйди сюда поближе чуть-чуть к боссу, чтобы люди видели, я сейчас буду называть. Они в тебя пойдут в метку. Вот другой. Смотрите, сейчас. Ваня, иди сюда на рейндж. Выходи. Две метки, квадрат и кружочек. Будет кидать копья, надо будет влево-вправо отбежать с меткой безликого, которого босса хилит, увидите такой зеленый луч, с ним, с этой меткой надо будет отбежать к выходу, откуда мы пришли. Метка безликого, она штука, наверное, ДДшников кидается? Да, кто в рейнже будет. Я 20 секунд отойду, сейчас буду. Так, теперь смотрите, давайте, сейчас буду называть людей. Банал, выходи. В кружочек идут Реал Прайд, Мэджик, Кралька, Бананова, Онли Тайм, Вуди Аллен, Кор и Сторожила. А нет, Сторожила, иди в синий квадратик. Так, теперь в синий квадрат идут еще раз Лейшин, Сторожила, Хилика, это уже синий квадратик. Шеннон, Дэд Майнтед, Зулдрина. Теперь из хилов. Так, Трисия, все милики идут к Вайду, в ноги туда, где он там стоит, под боссом, в треугольничек. Слава, выйди чуть поближе к нам, чтобы люди видели тебя. Все, и это самое, все милики туда. И как босса спулите, будете стоять у босса в ногах. Массой не бьете, кто-то милики там озвучиваете, если пары будут рядом с вами, слова озвучишь. Так. Сейчас лапку бафну. Саня, Трисия, давай под босса. Так, Трисия и... Ваня, у тебя есть хил, да? Да, хил спекнулся. Спекнулся хила. Шхилить.
свою, короче, пати, кто вот с тобой там рядом стоит, ну, до кого, короче, фреймы достают, так вот достаешь больше своих хилей. Так, трясе под босса. Черный лимон, иди сюда в синий квадратик. Видишь, нас хилить. Надо так делать. Хой... Хойвер, Хойвер, а ты иди под босса. Первый хилит Трисе, у него мана кончается. Затем Ховер, хилишь ты. Саня, смотри, у тебя мана когда будет кончаться, ты восстановление маны, там клятву не используй вообще, она тут не резается. Примерно на 10% говоришь, у меня нету маны, и Ховер, ты начинаешь хилить. Так, все косты сбиваешь, Славик. Там БДКшки помогайте. На берсе прожимай. Ховер, а где я? Зубрина. В синем квадратике. Не уменьшайте босса, фрейм тоже уменьшается. Не мешать, я не надо. Я не понимаю, блять, русского языка. Брэски вообще за такое ГП нами. Так, сейчас подождите. Помочь. Брагма хочет. Нажмите на сум. Чем нужна рыба? Вот я поставила, короче. Хавайте рыбку. А кому рыбка нужна кушать, и будем начинать. Сейчас, секунду, я скину ему рыбка. Все, Макс тут, с нами. Давайте чеку на ФК, на котором мы сегодня. Это же самая группа, братски. Прыгните на сум. Прыгните на сум. Так, а теперь дайте приста баф. Я лапку накинул. Каску по шаману подрагни. И все, и будем начинать. Так, тут напоминаю, один танк, только слава. Все РДДшки, кто в босса играет, вы следите за своим агро. Потому что если сорвете агро, то уже придется вайпаться. Танк не заберет босс. Последний чек, давайте к своим местам подходите. Так, массой, напоминаю, не бьем. Маги там бомбу не используйте вообще. Так, Славик, подходите все к боссу. Давай, Славик, с пошечки начинай, у нас все готовы. Все милики, подходите к боссу. Четко. Просто в ноги ему слайд. Бьем босса. Массы не используем точечно. Давайте мы побежали, синий квадратик, отбегаем. Разбить и в лужу вернулись. Так и идем. Сейчас готовьтесь, 5 мяточка будет, давайте кружочек побежал, кружочек. Все, можно не отбирать. Нет, там будет убивать потом, когда много стаков будет. Ваншотать потом будет, вы на протяжении всего трая бегаете. Ну короче, пары слили, давайте с меткой убегаем. Слили пары? Да, убили. Давайте захиливайте. Все, убиваем? Пайпаемся, убиваем. Не-не-не, убиваем, не будем ладиться. Ты можешь подходить. Блин, как вы сливаете пары все время? Каст. А, это берса. Прожимайся, Слава. Опять мы побежали в синий квадрат. Вернулись, бьем. Сейчас уже домашние массы. В луже в зеленой не стойте, она ваншотнет вас. Опять в кружочек побегать. Опять кружочек. Хиль этот, шаман. Шаман хиль там, Хойвер. Кружочек. Кто там, покажите, пары убил. Ну, надо было сразу смотреть. Роти колечко, и можете в рейд скинуть. Там,
пору и застрелил. Я эти пары убил, скорее всего, после уже того, как с первой были слиты. Сразу затопал. Сейчас тоннель убрал. Скорее всего, копии. Ну, копии, наверное, убили. Моя ошибка, я не сказал. А, ну, это с меткостью, да, это моя там. Думал, хиллская. Окей. Так, их же две штуки, нет? Одинаковых два кольца. Угу. Надо кому, нет? Второй или мину на... Пройте, кому надо это колечко еще раз. А штучка выпала. Забирай. Витамину на форике оставаться или на РДД зайти? Заходи, наверное, на РДД, да. РДД, конечно. О, смотрите, вот эти ноги, кольчуга, это БОЕ. Рольте все. Какой честный РЛ. Этот свиток на продажу кузнечку тоже рольте все. Так, Вуди Аллен. Рольте эту сверху все. Так, самое интересное. Когда не зайдет, подождите, пока не бахайтесь. При сумоне мало будем начинать. Сапати раз, кто куда пойдет. Dead Mind, ты была в комнатах? Знаешь, что там делаешь? Жека, чё ты с ВТ перезашёл? Шёл бы лучше в СВ. Согласен, лучше в СВ. Да, я голову сюда хочу. Вот это я понимаю оптимизм и вера в себя. Угу. Непоколебимая уверенность. Так, кто у нас там в комнате ещё бывал из локов? Напомните, Вуди, ты бывал? Знаешь, что там делает? Так, он летаем. Так, нам нужен ретрик туда в комнату, желательно. Ретрик, ты знаешь, что там в комнате делает? Я не помню. Давно было. Я посмотрю по составу, если некого будет взять, то ты пойдешь. Я тебе объясню, что там делать. Ничего сложного нет. Так, Войт у нас будет танчить с Поклонским вместе. И Макгрегор тоже в танка спекался сразу? Да, спекался. Отлично. Так, третья, четвертая пати. Сейчас еще посмотрим Диана. А вот еще Дуду Типка у нас есть. Ой, магов-то. С магов кто-то может на шапошку зайти? Больно, магов много. Есть около шипа? Давай я зайду. У меня есть маг. Давай с мага переходим на ШП и сейчас. Так, Войт, Макгрегор, Поклонская. Че, маги новую дают неплохо. На трэш. Сюда я уже думал переизбыток. Че-то подождите, я тупанул. Кто у нас в четвертой группе еще был? Нарекси, Зулдрейна, Драгма, Дуду Тип и еще кто-то был? Это Поклонский был четвертый, но он там. А, понял, ага. Ты хила даешь туда? Или ну, Дуду пойдет хила? Сейчас все сделаем. Ага, доберу. Так, Трися остается у нас снаружи всегда. Черный лимон. Сейчас, секунду. Так, ЖК, у тебя есть ДЦ, Дуду? Да. Блин, как это профитнее сделать? Поди Жека в ДЦ пойдет в комнату, а я, если что, своих похилю. Как думаете, нормально было?
Ну, на той неделе так и сделали. Три шипа и афлик. Нас хилить не надо будет. Ой-ой-ой, это третья, четвертая пати в комнаты пойдут? Да, третья, четвертая в комнаты. Хантабы. Блин, я на это не подписывалась. Лучше уж кральку возьми вместо Лины. Так, Диана, слушай, ты в комнату пойдешь? В общем, смотри. Диана, ты как в комнату заходишь, ты бьешь только первые два щупальца. Вот самая сложная комната – это комната с драконами. Ты бьешь только первые два щупальца, дальше ты не бежишь. Ты стоишь у мозга и ждешь, короче, пока мы переведем. Четвертая группа направо, третья группа налево. Всегда, вне зависимости от комнаты, вы так и делаете. Так, теперь смотри, Валера. Будет комната, короче, с королем лечом, если ты по возможности прожимай берсу и беги, короче, туда по центру. И там три щупальца заливаешь под берсой. Аккуратно смотри. 50% у тебя хп осталось. Хоп, повернулся спиной, как ты ищешь место, чтобы тебя черепки не били. И ждешь, пока тебя захилят. Могу да. Побыть на замене. А ты порталы распределил? Я сейчас еще скажу, кто где будет. И у нас демона сейчас нет. А че, он летаем? Он летаем. Можешь в демона спекнуться? Какой-никакой хотя бы будет демон, пусть. Нету демона? Так, а Вуди, у тебя есть демон? Ну, а я там не надамажу ничего в комнате, где мне. Да мы без тебя переведем там в девятером. Главное, чтобы в комнату все заходили. Тогда пусть он летаем в комнату пойти. Да-да-да, я их сейчас перемещу. Поменяем местами. Короче, он летаем... Да, третья-четвертая. Он летаем в комнате бывал хоть раз? Просто бежишь, короче, и спамишь порчу. Там желательно моменталки всякие и так далее. Если много у щупальца хп, мы последние щупальца 3-4 штучки добиваем. Можешь какой-то долгий каст дать, чтобы побыстрее слить. Так, сейчас чеку на АФК на готовность и будем порталы распределять. Смотрите, третья группа слева, четвертая справа. Поехали. Первый портал у нас будет прямо в ногах. Прямо перед мордой. В нее, короче, первый заходит... Так, он летаем. Твой первый будет посередине, в ногах. Дальше 4 портала слева, поехали. Dead Minded, Хилика, Кригер и Лейшен. По левую сторону. Еще раз. Он летаем посередине и 4 слева. Первый слева поехал Dead Minded, потом Хилика, Кригер и Лейшен. Мой самый последний за попой. Так, теперь 4 группа справа. Диана, слушай, я еще не называл. Так, теперь четвертая группа. Нарексис, твой первый портал справа. Потом идет Кралька. Потом Драгма посередине справа. Дудутипка четвертый. И Дотти, твой самый последний портал, прямо за Сарой. У него под попой там. Еще раз. Если не поняли, жмите нет. Кто в порталы заходит. Я вам еще раз объясню. Если вы тупой, жмите нет. Блин, а ты что? Если чё, кого-то заменишь. У кого в комнате ага. Мало здравомысли. Чё, рыба кому-то нужна? Сдыховка там? Да, нужна. Ставьте рыбку, давай. Okay. А выйти. Так, ребята, смотрите. На третьей фазе вы все будете стоять в метке в синем квадрате. Славик и Поклонская, вы танчите тут у ворот. Макгрегор, ты стоишь в рейде. И таунтами, короче, с нас трэш забираешь, который в рейде будет, и его отводишь сюда, к воротам. Смотрите, я буду говорить «отвернулись». По этой команде все, у кого мало здравомыслия, отворачивайтесь. Далее, нам надо будет очень грамотно распределить контроли. Смотрите, Реал Прайд. Выносите все маги, все друиды, контролящие спелки. Это замедление, там и так далее, конус холода, кольцо льда. Реал Прайд. Смотри, не жди моей команды. Когда будет этот каст «Взгляд безумца», я скажу, рейд отвернулись. Все, у магов и у друидов есть свободное время для того, чтобы трэш законтролить. Хоп, там вышли, икону льда дали, там, кольцо льда и так далее. Там, контрольте. ШПшки, если в рейде моб, выносите на панель ментальный страх на первой и на третьей фазе.
там элимы, можете ставить тотемы, которые корни кидают, драгма. Но, ребята, смотрите, вы должны контролить и замораживать трэш, который не в нас, а который в ворот. Вот вы должны это прекрасно понимать. Все, давайте чеку и будем начинать. Весь трэш, который не в нас стоит, вы его просто контролите, и все, я оставляю у ворот, вот где мы сейчас стоим. Не захожу куда-то. Так. Не, Ваня, ты остаешься тут. Две шипочки, да? Да-да-да, у нас, короче, хилый черный лимон, Трисия, Хойвер. Ну и Дудукитка, по-моему, ДЦ. Жека. ШП. Сертифицируй комнату, четвертую пати свою. А я в сове похилю своих, третью пати. Да может, типа, ну так пойдем, попоем гимны, плейстов много. Ну давай, окей. Если отхилишь, там приоритет, короче, главное не уронить, ребят. Так, все, давайте пойдемте, долго стоим. Тебя просят кралю променять с Ваней каким-то. Бегаем по левому сторону. Бегите в лужу только, ну что вы делаете? Бегайте в лужу всегда. Ой, Макгрегор. Ай, дурачок. Дурачок. Сыки, сыки, падла. Петя, подождите, пока его заберут. Забирай, забирай. Кружочек. Всегда играем точечно. Забери, забери. Вне рейда, ой, под царой главное моба убить. Диславик. Взрывом бейте. Ставлю меточку, всегда через метку играете. Первый поклонский, второй метод. Deadmind, готовься, сейчас фир даже. Давай фир. Только этот побежал он в рейд, сразу фир. Ты опять? Давай хилите. Ага, все нормально. Бейте кружочек. Кригер, сейчас если в рейд побежит, ты кинешь страхами. Сейчас зул Дрина. Страх этот ментальный крик дашь, если в рейд побежит моб. Только он к нам приблизился, сразу страх кидает. Хотите добивать моба? Теперь танки, замедляйте его и убегайте в разную сторону. Доливайте моба там, прям по царе. Поворачиваемся спиной к боссу и ищем большое тяжелое щупальце. Оно слева близко. Блять, в боссе щупальце бьется, нет? Ну-ка проверьте. Блять, поглощение. Ну, ДДшники, наверное, бьются. Не-не-не, тот взлетает. Взлетает, вот. Смотри, бьется, смотри, хп уменьшается у него. Тяжелое добьете, и давайте все под боссом мелкое щупальце. В зеленых лучах не стоим, ребята, отбежали. Пак. Тебя резну. Боссе, щупальце, помогите сыграть. О, резнул хп, блин. Мэджик, иди за мной. Дайте мазбафы, каску по пристам. Крест. От черепа отошли от синего когда-то, ребят. Убегите от меня. Убегите далеко. Он другой, бегите лучше. Синего квадратика отбегайте. Сейчас скоро порталы будут, подходите, недалеко от своих мест, стойте. Кто в порталы не заходит, входим в порталы. Блядь, порталы вообще не заняты. Где люди, блядь? В один портал не зашли. Заходите. Вот беги. Эскалейшн вон идет. Боссе тяжело щупаться. Удушающе. Никто не будет щупаться. Давайте побежали. Че там, кто метка? Куда ты бежишь? Иди ко мне, Ретри. Большой, сильно. Милики подошли, бьем. Мозг 20. Где большой находится? Мозг. Слева от босса. У вас 14 секунд. Подходим к порталу, подходим. Начинаем выходить. 5, где ТД вообще все? Бегите сюда. Начинаем выходить. 5 секунд. 3 секунды нажимайте уже быстрее. И выходим. Все, давайте. 20 секунд до порталов.
Девушки? Зеленый путь. Ну что это за хуйня, доти? Дайте, доти. Убейте, доти. Так, Зудрина, заходишь в портал. Красава, доти, бля. Справа? В порталы, ребята, подходите, сейчас порталы будут. Да-да-да, справа. Здесь портал. Побежали мозг. Большой все. Миники, идите большой бейте. Большой прилетит, когда застанем и щупать. Большое все. Че до конца? 20 секунд. Да-да-да, мы успеем, Бейте. Бейте, остаемся до конца. Ах, на мужика чисто. Мужика у вас. Нормально, успеем. Нормально, успеем. Короче, 3ДК надо будет по очереди войска тогда. Пока не давайте, не надо. Так, все, перевели, выходите из портала. Выходите сами. Пальца добивайте и ищите перед мордой всем, синий квадратик. Повернулись, бьем. Повернулись, босса бьем. Забирайте. Давайте рост. Отвернулись. Кумал здравомыслие, отворачивайтесь. Повернулись, бьем. Владин, хэхопал, готовь, мастер аур. Повернулись, бьем босса. Пока точечно играйте. Без маск. Так, отвернулись, стоим, ждем. Пройдет, будем добивать. Хапал, готов, мастер аур. По моей команде прожмешь. Повернулись, бьем. Давай, сейчас готовься, Хапал. Так, Хапал, готовься. Повернулись, бьем босса. Это начал на Вагамона, подними, наверное. Отвернулись. Бьем. Давай, мастер аур. Дал. Взять упал, Войт упал. Живи, поклонский, БЗ, если что отдашь. Повернулись, бьем. Жмук еще поднимешь? Так, отвернулись. У меня нет БР. Ну, бьем. Я могу зайти в хер дать. Пока. После кольца льда. Макгрегор давал ну, войско? Отвернулись. Да. Давай, этот. Отвернулись. Блэк зомби, подходи в трэш, давай войско. Повернулись, бьем. Ой, не знаю, давай. Ну сейчас. Давай фир. Там... Давай фир. Шапашки, давайте фир. Так, отвернулись. Стоим, ждем. И сместились отсюда, убежали влево. Влево. Отбегайте от Раша. Повернулись, бьем. Фигите по очереди только. Вот и так идем. Контрольте, главное. Повернулись, бьем. Отвернулись. О, мало здравомыслия. Повернулись, бьем. Как хламоботов замораживать этих дураков. Фир не съесть, дать. Отвернулись. Кстати, ждите. Три ляма. А что здесь бейте? Два ляма на мужика. Просите трэш кто-то, помогите. Отвернулись. Можно гимн на хп отдавать. Зултрина, надо, считай не на хп. Не надо, сейчас все равно умрут. Два ляма, ты за три. Чего вы танки отдыхаете? Пиздец. Так давай, зайди по танчи, блядь, не сдохнешь, наверное. Я не по танкам. Ну, мне показалось, что вы танки вздыхаете. То, ну понятно, Валера сдох. Там урона, короче, очень много. Валера сейчас... Вот комната с королем лечом была, так не делай. Нафиг надо. Лучше потихоньку, помаленьку все вместе зальем. Но живы все будут. Там беда была, что он там, ну вообще, типа один был. Блядь, полтора ляма осталось. Да, то, что вы сдохли, это вообще пиздец. Там прист в первый же раз плохо вышел. Он не вышел просто, блядь, понимаешь? Ну да, он не вышел, я это имела в виду, что он типа... Плохо, нельзя тут... Дошел с ума. Как плохо выйти, блядь, просто он не вышел. Или там, блядь... Ну это же считается плохо выйти, там типа либо вышел, либо плохо вышел, понимаешь? Нет, это не вышел вообще никак, если ты законтролился, значит... Это значит плохо. Нет, это значит плохо. Сразу. Это хуже, чем плохо, блин. Короче, протупил. Следите сами иногда за ДБМом, если у кого-то показывают. Я сейчас не озвучил, что порталы будут. Людей там вообще почти никого не было. Сам протупил. Забыл вообще про них. Могу ошибаться. Вот по поводу порталов. Если что, сами смотрите.
сразу, чтобы не было такого. Ты в Доте была в порталах или нет? Да. Хавайте рыбешку. Смотри, в общем, чтобы 100% выйти из портала, когда я говорю, я даю команду за 10 секунд. То есть, если вы команду слышите, вы уже подходите в центр портала, в центр этого облака, чтобы шестеренка загорелась действующей, и просто хаотично нажимаете на нее быстро, и вас 100% вытянет. Так, давай, Макгрегор, подходи. Давайте бафаемся. Рыбку кушайте, бомбочек. Нужно желательно стоять как можно ближе к порталу. Чтобы нет смысла, что я там в рейде стою, потому что если я дальше стал, все равно там танки ловят и как бы Стой где хочешь, мне главное, чтобы в рейде трэша не было, понимаешь? Чтобы он не приходил и танк этих хилов не убивал. Че, вот Настя у нас как померла, я так и не понял. От трэша, наверное, да? Так понимаю. Щупальца большая, 28 кусков дала мне. А потом трэш. Первый вылез сразу. Смотрите, чтобы у вас большое щупальце не убивало, вам надо максимальный рейндж набрать. Когда дальше большое щупальце в стане стоит, хилы можете тоже бить, если танки все целые. Надо как можно быстрее выследить. Давайте постоянно что-то дома начинать. Третья группа всегда ориентируется за синим квадратиком. Так, а четвертая группа за кружочком. Так, Валера, Слава и Варенька. Так, кстати, если вас надо заменить там в порталах, вы просто кричите в РК там справа и такой-то портал. Эпер, можно 20 секунд? Прицепить за черный лимон и отходи. Валера. Филипп, я прицепилась. Кулак дайте по роге, половина кулак. Все, давайте, пойдемте. Ваня, ты тут, Варенек? Оббегаем лужу. Да, да, готов. Все, начнем. И квадратик, иди, бежим. Кстати, ребят, можете баночки пить на РГД? БДПС было. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Сейчас смотри, моб в рейд побежит, Deadmind отдашь первый ментальный страх. Только он к рейду будет подбегать, сразу кинешь страх. Хочу бейте. Не успел. Хочу бейте. Очень много трэш. Кригер гимнатхил. Кружочек бейте. Я тут. Как кружочек. Без нас. Ты в портал заходил, но... Пять кружочек. ТК, танки, элемы, ЛК сбивайте. Кружочек, ребят. Не важно, кружок. Макс, сторожил, ты в портал заходил? Да, молодцы. Да не заходил он. Я вырежу сейчас. Так, давай, вставай. Сейчас Макс встанет, забафайте его. Я тебе дал инер. Тяжелая, вот недалеко тут от нас. Тяжелое щупальце ваншотает, если к нему подходить. Вот милик какой-то подошел в ретре, это вот не надо делать. Так, щупальце доливайте. И расходитесь по своим местам. Пойдем, кто со мной с паком тут. В идеале, пойдем. Идите к своим порталам. Дотки на себя накидывайте, хилки потихоньку. Меня отбежали от синего квадратика.
порталы будут. Сейчас порталы будут. Мак, чуть ближе подойди к ретрику. Иди ко мне. Лешин, ты в третий сошел. Прямо хилю. Хилику хилю. Сейчас. Ну добейте, добейте последнее. И почти последнее щупальце. Все, давайте. Удушающее разбейте и большое потом. Как там Валера умирает второй раз? Ваня, Ваня, слышишь? Mm. Третья слева. Mm-hmm. Давайте подходите. Выходите, выходите, выходите. Выходите. Я перезвоню. Я перезвоню. Выходите, выходите. Трое лес с этим играет с голосом. Зулдрина. Да. Твой портал справа, второй. Под мороз. Хорошо. Так, подходите к порталам, 8 секунд. Доки на себя потихоньку накидываете. Сейчас спойте, кто на хп в комнате. Я зайду, спою. Ну, свободный портал, захожу. Я там зашел чем-то. Успела. Да, тебе чё-то заходит. Лейшн сошел с ума. Чё ся? Приехали. Тебе доливать мозг. Водите быстрее, маленькая. Вот что вы там все стоите, блядь? Маленькая сзади босса. Вы его бить собираетесь? Нет? Что вы встали в небо смотрите, блядь? Что вы сюда пришли? Посмотреть дайте небо? Дайте какой-нибудь контроль Лейшину. Убивайте Лейшина, блядь. Ведение до помешательства 13 давайте секунд. Давайте, до конца у вас 5% стало. До конца вы переведете. 9 секунд. Быстрее бейте, сильнее. К морде босса собираетесь теперь. Ну давайте, давайте. Все, выходите. Под морду. Я вам ставлю кружок, квадрат синий. Все стойте в нем, давайте рост. И бейте босса. Это там я. А, ты меня понял. Бейте босса. Отвернулись. Отвернулись, босса, бейте. Пал готов, мастер аур, пока не жми. Жми. Не успел. Отвернулись. Повернулись, бьем. Бейте, повернулись, бейте, босс. Играйте без масс точечно. Отвернулись. О, больше 40 здравомыслия, один касс не отворачивайтесь. Поворачивайтесь, бейте. Смотрите сало, 3 секунды будет. Один касс дали после сала. А отвернулись. Чё? Отвернулись. Бейте, ждите. Повернулись, бьем. Давайте, бейте. Теперь отворачивайтесь. Поворачивайтесь. Кстати, ждите. Кстати, ждите. Вот теперь повернулись, бейте. Так, отвернулись. Так, вы войск. Не ожидала. Маги могут. Отвернулись, ждите. Отвернулись, отвернулись. Вот маги вышли, там кольцо льда, конус холода. Повернулись, бьем. Смотрите, сало. Писал, вас пойдет, одна секунда у вас, чтобы каст дать. Дали каст, отвернулись. Отвернулись. Стоим, ждем. И последний каст. Вот теперь давайте массы и доливайте босса. Мало 3 ляма. Давайте, бьем, бьем, повернулись. Так, отвернулись. Отвернулись, отвернулись. Пацало прямо каст будет. Повернулись, добиваем. Давайте 4% до конца тупо. Бурстите. Ну, мужик. Дал незыблемость. Благ зомби, отвер... давай войск. Отвернулись, у кого мало здравомыслия, отвернулись. Не рискуйте. Остальное добиваю. Стойте. Так, лидера передал. Я сейчас пока бегу, Слава. Раздай. Может сразу пошли начать. Я не знаю. Пока не рискуй. Подожди тогда. Сейчас я тогда добегу, сам отдам. Блять, ты так внезапно передал.
Да рольте. Кто мне не нравится, сразу, ну, мимо. Ебать. 15, серьезно? Так, Шанан мне не нравится, сука. Еще ты будешь кидать ролл, ты забирал уже. Монли Тайм 99 выкинул. Блядь, Шанан, ты же забирал уже на своего перса, блядь. Или нет? Скажите мне, блядь, я не знаю. Надо, в принципе, забирать. Короче, мимо, блядь. Там все равно лок выиграл. Так он Монли Тайм все равно 99 кинул. Монли Тайм 99 выкинул. Монли Тайм, кто ты такой вообще? Это лок, который был в комнате. В обычке ходишь? Козырь. Это козырь, ты чё? ГЦ, он летает. Ц, чё, продаешь голову? Сука. Красава. Я же ещё не высказал своё предложение, чё ты? Рецепции ролим. Все, да? Все ролим. Чё там, кто первый? Да чё так много ролит людей? Нет в нем предприимчивой жилки. Сразу взял и выучил голову. Зубина и черный лимон еще кидайте. Или что там? Пойдем. А, нет. Не, там 90 кинул, чувак. Сторожило. Сейчас. Сейчас надо слезы сделать, да? Угу. Можно назад на мага? Ну заходи, да. Надо кому-то грудак этот на ДФБ там что-то. Вестибюль. Лагун еще. Чтобы обвалившаяся галерея. Обвалившаяся галерея. Я уже прожался. Так, кольцо. Кольцо. Там еще эти боссы. Холипал вроде кольцо, да? Портал обвалившаяся галерея. Обвалившаяся галерея. Сейчас идем на Алгалона. Чистое слово. Токен защитника сейчас. А ты на ком? Где ты? Свалишь. А. Я думал, ты перезаходишь куда-то. Так, Шанан. Два защитника. Кому еще надо? Никому? Он летаем, иди сюда в меня, в квадратик. И ставь тут шкаф. На полу. Присуманьте людей. И да, Макгрегор. Будем бить, короче, этим составом. Будем учиться. Я объясню, что делать. Что там, на кота рольте вот эту фигню? Запуск планетарного анализа. Рольте, так, лишению дам, короче. Или Валерия, может, пригодится. Назад, смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага самое вкусное. Эту планету необходимо пересоздать. Сверка. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Даже на сферу выкинул ROW 8. Везение сегодня зашкаливает. Валера, резайся. Тебя присуманим будем начинать. Меня тоже суманите, я тот у босса. У пустого. Качеку на АФК сейчас. Расскажу вкратце, что будем делать. Будем танчить два танка. Эта идея, она делается, сейчас расскажу. Береги первый танчик. Сейчас, секунду. Варенька, давай в ШП, а Дудутипка, ты в ДЦ. Сейчас, секунду, Патер, сюда. Краля, вот тебе рыба, специально для тебя ставлю. А Шанан не хил. Не знаешь, что кажется, если ты пятого вареньку хила спекнешь, вообще заебись будет. Смотрите, черный лимон, Трисия, Хойвер и Дудутик. Я могу зайти на Эрдру, если не очень надо. Надо. Не надо, на ШП будет. Женя, ты тут? А, вижу. Да. Так, теперь слушайте внимательно, сейчас на ФК чекну. Валеру засмотрим. Как будем танчить? Смотрите, первый танчит БДК всегда. Так, Валера, на пуле ваш на БДК, на Славу. Слава 4 стака собирает. Ты, Слава, остаешься. Тебе Дудутипка кидает зубы на первый суровый удар. Далее, так, Поклонская, смотри, ты забираешь босса, когда Слава говорит.
что у него 4 стака. Ну, или там сам сориентируешься. Босса забираешь, ты тоже остаешься, прожимаешь на 50% срез урона. Это только под суровый удар. Ну, плюс какую-нибудь одну дофобивочку, там клык и так далее. Слава, тоже можешь клык прожать на первый суровый удар. Далее, на второй суровый удар, Слава, ты прижимаешь незыблемость, а Поклонского у тебя должен сработать ревностный. То есть после первого сурового удара тебе одной из сейф-убилки должно хватить на 50% срез урона. Так, далее, короче, смотрите. По хилам. Черный лимон, Трисия, когда вы выходите из порталов, вы отдаете моментально хилки в Вайда, а все остальные три хила вы отдаете в Поклонского. Все хилы у нас в первой пати. Я еще местами поменяю, чтобы Валера в первой пати была. Вот так вот. Так, ребята, смотрите. Массы не бьем. Маги, вы можете обновлять бомбу на боссе, но только на боссе. Ни в коем случае не мультидотать. Буду подбивать звезды. По команде вы оверхилите, когда буду разбивать звездочку. Теперь смотрите. Сейчас. Так, нужен один велик профитный. Желательно даже какой-нибудь БДК, который сможет притянуть созвездие в черную дыру. Кто сможет это сделать? Один любой милик. Созвездие только вверху там появилось, или вы это видите, что оно... Это самый нормальный. Давай, ты выноси там какую-нибудь обилку там и притянешь, закроешь черную одну дыру. В общем, смотрите, танки, говорю специально для вас, на каждый суровый удар у вас должно остаться только два созвездия, только два из трех возможных. Все, на войде одно и на Поклонском одно, и вы никогда не умрете. Хилы вы заходите на середине коста. Вы стоите рядом с черными дырами, хилите танков на фул и на середине коста заходите. Так, сейчас чеку на ФК на готовность. Ребята, смотрите, главное не бейте массой, все будет четко. Сейчас Ховера присуманим.